Михаил Владимирович, ну для начала, чтобы ничего не напутали, представьтесь, пожалуйста, должность, фамилию, отчество. Я заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю. Ну что можете прокомментировать от вашего ведомства по поводу произошедшего? И уже принято решение, да, какие-то? Ну, безусловно, по данному факту возбуждено уголовное дело. То, что на сегодняшний день известно. Около часа ночи произошел взрыв в части жилого дома по улице Биологов 12, поселок Котов. Причины этого взрыва сейчас устанавливаются. Существует несколько версий, одна из них более вероятна, это взрыв бытового газа. В настоящее время проводится, помимо следственных действий, связанных с допросом очевидцев всего произошедшего, проводится осмотр места происшествия и изъятие необходимых образцов для последующих исследований. Да, Владимир, если можно более... Речь идет о частях мебели, окон, оконных проемов, штор, для того, чтобы определить, что это за вещество, которое послужило взрыву. Далее, как вы видите, уже со мной проводится еще до сих пор спасательная операция. К сожалению, пострадали люди. Из подзавалов извлечены два трупа мужчин. Проводится их осмотр. Малолетняя девочка. Она рада, что наша жива. Скоро увезли. Надеемся, что в том числе. Александр Владимирович, но в ближайшее время следствие, на какие вопросы предстоит дать ответы? Вопрос самый главный, причина взрыва. Кто в этом виноват? Как давно проходила проверка, наверное, газового оборудования и так далее? Ну, безусловно. Можете перечислить спектр этих детальных вопросов? Вы знаете, честно говоря, мне сейчас вот просто не до этого. Я прошу прощения, коллеги. Чуть попозже.